Ребят, всем привет. Заказывал я с Алиэкспресса кнопку старт-стоп. Сегодня она мне пришла. Вот. Сейчас покажу, в какой комплектации, что там есть. Будем мы устанавливать. Я не знаю, может, сегодня буду ее делать. Сейчас приеду, как до дома доберусь, посмотрю, сколько по времени будет и как. Вот. И если что, буду снимать, показывать. Сейчас я вам покажу, как что пришло. Так, ребята. Вот, пришла в такой коробочке. Была она обтянута такой мягкой штучкой, пупыркой, как называют ее. Вот. Что у нас здесь? Что у нас пришло в комплектации? Что вообще пришло? У нас пришло, получается, инструкция, но она у нас на английском языке. Ну, тут, в принципе, довольно понятно, ничего проблем нету. Вот так у нас она получается, сам, где надписи и так далее. Вот, какие куда провода, цвет, куда подсоединять и так далее. Вот у нас сама кнопка старт-стоп. Довольно сделано качественно. Ничего такого не видно. Чтоб там трещины и так далее. Довольно качественно. Сам блок у нас. Сам блок. К нему два ключика вот таких. Имбилайзер сам. Вот он у нас получается такой. Это у нас вот провода, которые будут подключаться к зажиганию. И от блока к зажиганию. И к самой кнопке. Ну и на аксессуары и так далее. Я так понял, вот это у нас будет. В принципе, все довольно более-менее качественно. Я не скажу, что какие-то тут проблемы есть. Ну, будем смотреть, устанавливать, как будет работать. Я сегодня постараюсь прийти. Ё-моё. Сегодня постараюсь приехать, сходить, попробовать поставить. Не знаю, сколько времени займет. Я еще ни разу не ставил. Хочу попробовать сам поставить. Вот. А так, где-то у электрика, где-то 1000 рублей, 1500. Чтобы он поставил. Вот. В принципе, в ютубах там много, где написано, кто что ставит и так далее. Как их ставить, инструкции и так далее. Очень много. Вот, я посмотрел парочку, довольно, ну, есть люди, которые объясняют хорошо, довольно понятно, куда, какой провод и так далее. Вот, самое сложное это вот в моем Мерседесе найти, какой куда провод, какой цвет и так далее. Вытащить личинку, все переставить, все поставить, чтобы все работало. Также надо будет подсоединяться к тормозу педали, провод, чтобы заводилась педаль она. Также убрать, спрятать вот этот имбилайзер. Нужно тоже будет разобрать консоль. Вот. Еще пока не знаю, куда его уберу. Вот, так что так, ребят. Сейчас я уже собираюсь домой. Нахожусь я в Москве. Доеду, сейчас навигатор включу. И помчу домой. Давайте, все, ребят, смотрите далее. Так, ребят, начали мы, приехали в гараж. Сейчас будем мы ставить кнопку старт-стоп. Будем откручивать консоли. Так, открутим мы сейчас эту консоль. Будем откручивать. Тут у нас саморезы.
крестовые. Раз, два, три. И она снимется. Здесь надо будет вот так сделать, чтобы снять ее. И будем подбираться уже к замку зажигания. Вот. Сейчас я как сниму, начну дальше снимать. Нажал? Угу. Ну какая штучка есть. Пыльная вся. Фонарь поверни, светит прямо сюда. Так. И вот тут у нас саморезик еще. Вот. Блин, там тросик этот дебильный капотовский. Его, блядь, надо как-то аккуратно вытащить. Я второй раз с ним ебался, так еле вытащил его. Ушел. Так, ребята. Сейчас. Саморезик. Саморезок-то, блядь, накрутили. Я не Так, ребят, начали мы когда делать кнопку старт-стоп. Я, честно сказать, в электрике не особо шарю, больше по техническому, по покраске и так далее. Ну, короче, у меня не получилось, я посмотрел, не стал лезть. Может, я бы и смог сделать, но я не стал лезть, вызвал электрика знакомого хорошего. Он приехал, установил, сделал все. Вот. Есть тут одна причина в Мерседесах, я ее сейчас покажу, там такой типа секретик, блин. Я вам сейчас его покажу, покажу, как кнопка работает. А смысл в том, что у меня еще автозапуск здесь стоит. И они, кнопка и автозапуск мой, они как, ну, несовместимы. Они хотят работать. Вот. И получается то, что мне нужно, если я с утра завожу с автозапуска машину, завожу, то она греется, ну, она заведется, все хорошо, вот, она греется. Когда я буду выходить на улицу, я уже буду, придется мне сесть, открыть машину, сесть в нее, нажать на педаль тормоза, она меня заглохнет, и уже тогда с кнопки заводить. Так не получится то, что как было до этого, что я ключ зажигания вставляю и на тормоз нажимаю, она меня как работала, так работала, сел и поехал. Вот такого уже не будет. Будет того, что она заглохнет, я ее с кнопки обратно завожу, и сел, и все, и поехал спокойно. Вот, сейчас я вам покажу, как работает все, кнопка и так далее. Смотрите. Вот, ребят, поставили мы. Кнопочка вот она стоит. Получается, вот, сел, закрыл дверь. Так, где у меня такой чип? Вот такой вот. Вот, прикладываем его. Все, два щелчка таких прошли. Нажимаем на тормоз. Включаем первое положение. Кнопка загорелась. Там второе положение, включается зажигание. Ну и третье нажимаешь, включается, заводится автомобиль. Все, и поехал. Также все, магнитола все включилось, и поехал. Чтобы ее заглушить, нужно нажать на тормоз также и нажать один раз. Все, машина заглушилась. Отходишь от машины, там, может, минуты проходят, и она сама автоматически блокируется, и все, и на кнопку больше не заведешь. Сейчас мы подождем, как она пикнет, я вам покажу. Вот, еще одна проблема, какая фишка в этих Мерседесах. В самом замке зажигания... Вот, ребят, скинулось.
А, в этом в замке зажигания стандартном мерседесском, где ключ вставлялся, здесь есть такая фишка. Один случай, то, что сам руль блокируется, это надо вытащить, чтобы он не блокировался. Это раз. Во-вторых, у него стоит вот такой тросик внутри. Вот он, тросик такой. Он идет на коробку автомат. Когда ключом я поворачиваю, он там нажимается. Вот это вот писюнчик такой. Вот, он нажимается, и коробку можно с паркинга переводить уже на скорость, заднюю, нейтральную и так далее. На данный момент. А, вот у меня пискнуло. Что-то тут все разобрано. Вот. А, у меня вот сейчас пискнуло, и вот сейчас уже все. Не заведешь. Вот. Все. Машина не заведется. Далее. А, получается, смысл в том, то, что уже машину не переведешь на скорость, потому что здесь вот такой провод, и пока не нажмешь вот это такое, не нажмешь, вот, она не переведет на драйвер. Поэтому надо что-то придумать. Сейчас вот будем думать, что сюда можно сделать. Здесь чем хорошо, здесь есть резьба. Мы сейчас сделаем какую-нибудь втулочку, сюда ее накрутим, и с другой стороны болтиком его нажмем и спрячем, и будет все работать. Сейчас пока разобрано, но все. Вот, а так, в принципе, все работает. Придумали мы вот такую штучку, сделали. Вот, там у нас вот эта вот штучка, писюнчик такой вылазит, который... Мы накрутили гайку такую с обоих сторон. У нас идет здесь, и здесь идет у нас резьба. Мы ее накрутили и вставили вот такой болтик. Накрутили тоже, он, считай, там зажался. И все, вот нажимаешь на тормоз, все, коробка работает. Вот так. Все, ребят, на сегодня все. Как бы хорошо, нормально, кнопка вроде пока без проблем. Дальше уже будем смотреть, как что. Вот. Еще придет мне парктроник, сюда буду ставить. Но это я уже буду сам ставить, там его уже нетрудно поставить. Я оставил их, узнаю как. Вот. Ну, в принципе, на сегодня все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.